Что касается Григория Лепса, он мне нравится уже давно как певец, и я его просто уважаю за его талант, за его работу, как он выкладывается на своих концертах, точно так же, как я выкладываюсь на своих соревнованиях. И сейчас есть такая возможность, тоже благодаря вам, была ваша идея приехать к нему, поучиться вокалу. И я не отказалась, это будет первый урок. Представляете, эксклюзив. Визит к тренеру по вокалу. Известный шансонье Григорий Лепс выбран не случайно. Любимый певец дает уроки своей любимой гимнастке. Госпожа Габаева великолепная, великая спортсменка, ее знает весь мир. Меня знает узкий круг людей, поэтому я очень счастлив, что она зашла. Я сделаю все возможное, чтобы в этом смысле помочь человеку, ну хотя бы, не знаю, спеть. Держаться на сцене. Ну, тут, в общем-то, ничего сложного нет. Естественно, она всегда подкупала любую аудиторию. Поэтому это, все мы, я думаю, с этим справимся. Ну, каждому Бог дает что-то такое свое. Поэтому, ну, известное правило, что как бы не правило, а извлечение, что талантливый человек, он обычно талантлив во всем. Сейчас мы это и проверим, кстати. А любовь как? А любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Вот так сделай. Просто оно само по себе идет, оно как бы не делай специально. Не делай специально, оно само должно идти. Угу. Просто сначала ты даешь прямую ноту. Не так уж и трудно. Да, ну конечно. Шелест ночью, шелест днем разный. Лес зеленый, желтый и красный. По ветру летят, засыпая меня. Я кричу им, постой, я живой. Шелест ночью, шелест днем краски. Лист я, как волшебник из сказки. Медленно, но верно летят, замирая в пути. Возрождение жди, возрождение жди. Да. Вы когда-нибудь пробовали петь песню «Ну и что»? Она, правда, не моя, но я ее пою. Ну и что? Пробовали когда-нибудь? Не я пробовали? Я пробовала в машине, когда ваш диск слушала. Ну и что? А ну-ка. И... Ну и что? Что так сонка? Ну что? Из того. Знаешь, как в нос пил? Другое. Научишься. В центре тебя пустота. В центре меня пустота. В центре земли слышу я. Ну, в общем и целом, как бы очень симпатично все может получиться, поэтому вы не смущайтесь, самое главное. Все будет в порядке, немножечко поработаем, где-то подправим, где-то запишем, где-то пропишем. Огромное вам спасибо, я могу сказать, что с профессионалом, конечно, легко. Я такой. Он просто тащит, как настоящий мужчина. Дайте, и я с удовольствием иду за сильным мужчиной вперед. Спасибо. Поэтому огромное вам спасибо, очень интересно. Совместный альбом еще только в проекте, а вот тренировки планируются регулярные. Впрочем, Алине не привыкать разрабатывать связки. И неважно, где они расположены, в ногах или горле. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо.
С тобой я потом поговорю.